вскипятить чайник, достаточно вот таких веточек. Вот они растут внизу, короче, всех этих небольших елочек. Вот, так, вот такого размера. Вот такие вот сучочки. Они смоленистые, быстро дают угли. И чайник маслом закипает. Надо, чтобы угли только были. Не камни, не что, а угли. Вот такие вот здоровых и вот эти. О, чайник закипел почти. Положили заварочки. Заварочки положили. И сверху смородиновый лист. Вот так вот. Сейчас все это постоит. Накроем. Чеплашечка у нас есть. Крышка потерялась. Вот, поэтому отпил. Ну, вот так накроем все это дело. Вот так вот. Ох ты, куда понес? Владимир. О. Теперь можно идти это. Ну-ка, покажи какой. Это 400. О, ну-ка покажи, покажи, дай вот. О. О, экземпляр, так экземпляр. Молодец, Федор. Как все проще. Вот отбойничек сделали, вот такой. Приставили вот так. И вот так горит у нас. Вот. Сразу у нас зашумел чайничек. Эти веточки загорелись, угли начинают сразу тлеть они. И высокий жар дают. Как горит вообще. Ну, представьте. Кипелка хорошо. Наша вон она стоит. Одного было мало. Как бы как ручей, как болотце. Пришли. Будем чай пить со смородинкой. Ну, сейчас наломаем ее, вот эти веточки. Так-то, конечно, ножичком лучше подрезать. Вот она ветвица, где мы ломали каждый год, видите. И получается, она растет, растет вбок. Вот. Ну, вот такими веточками. Сейчас мы наломаем ее. Вот так. И так берем. Вот так. Вот. Готовая. Эх, под какой гидрой у нас шалаш. Тут для рожика, когда дождь, смотрите, вот этими кедровыми можно разжигать штучками. Вон смолы сколько, видите, кедровой. Ее вот для сибирской чистки используют. Это вот кедр сам отдал. О, как он могучий. Застойная лужа. Такая. Чуть не свалился. Ну вот 10-я ночь, прогреваем. Две положили. Бревнышко прогреем маленечко. Прогреем. Еще-то хватит тут. Хвои у нас много. Туда угли падают, а тут горит она. И это у нас все прогревается. Быстренько, короче, надья назреет. Породина сколько? Ну давай, грузи ее туда. Да, жирный будет, жирный. Уха готова. Ну где-то я синяк.